Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу предоставить вашему вниманию, поделиться с вами двумя буксами. Это буксы-близнецы. Первый букс goldhouset.org. Здесь я абсолютно без вложений на кране. Собираю криптомонетку USDT, ну, его вывожу на Faucet Pay. Регистрация одинаково, что в одном боксе, что и во втором. Значит, email, username, два раза пароль. Разгадываем капчу. Нажимаем регистрация. Переходим на почту, подтверждаем email адрес. Я же авторизуюсь. Капчу, как видим, можно выбирать. Кликаю логин. Ага, видите, у меня надо почту. А у меня логин стоит. Будьте внимательны. Почту и пароль. Значит, я вчера работала и вывела оттуда монетку. Сейчас я вам покажу. goldhouset.org. Я вывела 162 500 USDT 16 декабря. Так, в данный момент у меня на балансе 200 коинов. И по выводу обратите внимание, здесь есть Napier USD и USDT на Faucet Pay. Значит, на Pair здесь сколько? 100 тысяч токенов. А на Faucet Pay здесь, считай, минималки нет. Всего лишь 100 токенов. Это 200 тысяч монеток USDT. Сюда прописывают адрес. Вот, далее пойдемте по вкладочкам. Значит, на чем здесь зарабатывать? Вкладочка «Рефералы» у нас находится, как всегда, реферальная ссылочка. Вот она, ребятки, если кого заинтересует. Далее, вот этих ПТС-ок у меня их нет. Вчера, по-моему, две штуки было, я просмотрела. Сегодня у меня пока еще по нулям. Но на кране я работала, на ручном кране. Есть автокран, он доступен, когда мы просматриваем короткие ссылки. Я не люблю эти короткие ссылки, я на кране, на ручном. И он дает нам 50 токенов раз в 3 минуты, каждые 3 минутки. И за 3 минуты, конечно, можно набрать сразу минималку и вывести. Значит, как здесь собирать? Все просто. Разгадываем антибот и капчу. Такая вот у нас здесь капча. Здесь не меняется. Что у нас здесь? Мотоцикл. Готово. И кликаем на синюю вкладочку. Все, 50 монеток не засчиталось. А окей. И через 3 минутки я смогу опять вывести, сделать сбор. Секундочку, ребятки. Также можно присоединиться к ним в телеграм-группу. Давайте перейдем на домашнюю страничку. Я поставлю вот эти монетки на вывод. Вот у меня 250 монет. Значит, адрес у меня уже прописан. Кликаю вывод. Ой, ребятки. Не так. 10 тысяч. Вот слепая, я сказала 100 тысяч. 10 тысяч коинов на на Pair. Значит, не, видите, у меня стоит Faucet Pay. Кликаем, не забываем. Я всегда забываю.
Вывод. Сейчас страничка обновится. Все, видим. Монетки мои вывелись. Так, переходим на Faucet Pay. И я перезагружу страничку. Опускаюсь ниже. И вот мои монетки. 250 тысяч USDT. 17 декабря. А вот это я вчера выводила монетки. Так. Теперь давайте я сразу зайду. Знаете куда? На депозитный адрес. Заранее скопирую адрес биткоин кошелька. Теперь второй букс. Регистрация точно такая же. Но здесь мы собираем биткоин. Здесь я еще не выводила. На балансе у меня 100 монет. И биткоин. Это 100 монет у меня равна 2 сатошам. На Faucet Pay. Здесь больше нет никаких кошельков. Значит, все то же самое. Значит, смотрите. Домашняя страничка в профиле. Нет, истории не надо. Вкладочка рефералы находится наша партнерская ссылочка. Вот она. Далее есть обычный кран. Также сбор один раз в 3 минуты. Как видим, мы минималку можем быстро набрать, да? Также мы разгадываем здесь капча, она не меняется. Ну, капча нормальная. Поезд. Так, наверное. Угу. И антибот. 9, 10 и 2. Кликаем на синюю вкладочку. 50 коинов. Засчиталось, видим, да? Далее также есть Telegram у них. Автокран, как обычно, доступен, если мы смотрим короткие ссылки. И здесь есть ПТС. Значит, что у нас здесь по 30 коинов? А, 50 коинов я просмотрела. И, как видим, тут достаточно в день доступно 9 рекламок. Давайте какую-нибудь посмотрим. Вот за 5 секунд, да? Коротенькую. Кликаем, ждем отчет таймера. И разгадываем капчу. Капчу, как всегда, не меняется здесь. Что-то мне. Так, мотоцикл. Дальше. Это, наверное. Как еще у нас? Наша любимая. И кликаем на зеленую вкладочку. Возвращаемся. И все. 12,5 монеток коинов засчитано. Далее тут еще есть задание, если мы кликнем. Что они здесь пишут? У нас задание. Давайте переведем. Так. Создайте промо-пост в Facebook. 1000 монет. Так, продвигайте наш сайт на форумах. Также читаем, что от нас требуется, если кто захочет выполнять. И сделайте одно видео и публикуйте его на YouTube. Вот. Как бы. И установите приложение в Google Play. Это значит, на телефоне можно играть. Выполняйте задание, получайте дополнительные монетки. Давайте вернемся
поставлю на оригинал, домашнюю страничку, и сделаем вывод. У меня 162 вот этих коина. Это 3 сатохи. Я сюда прописываю адрес привязанный с Faucet Pay. Кликаю вывод. И 162 монетки вывелись. Окей. Идем на Faucet Pay, на домашнюю страничку. И смотрите, faucetbtc.org, 3 биткоин сатохи, 17 декабря. Вот такие два крана-близнеца. Я думаю, они от одного админа. Кому интересно, работайте. Все ссылочки будут в закрепленном комментарии. Ну, неинтересно, друзья, пройдите мимо. На этом все. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.